Наступило 28 октября. Лагерь у нас с утречком потихонечку просыпается. Все чаек пьют. И сейчас будем готовить завтрак. Мой рюкзак. Нет, Ларисы Васильевны рюкзак. Твои палатки. Чем я тебе хорошо. Вчера ночью мы поднимались вот на ту гору, на Симашко. Вот. А сейчас поднялись на соседнюю. Здесь тоже открывается очень красивый вид. Посмотрите. А там вдалеке индюк, что ли, нет? Да. А. И там мы были. Вот. Красиво. Это туман. Туман. Это облака такие? Да, облака. Да, и а так кажется, как будто вот, ну, вот мы были когда с Витькой с этими. Вон индюк. Вот так вот прямо вот. Индюк. Вот хотелось вот потрогать облака. Да, да. Мы вот тут это вот приехали вот и поднялись. Поднялись вот сюда. Вот прошли вот. После ночевки на Симашко и восхождения мы направляемся на другую гору, которая называется Два Брата. Сейчас я стою на такой видовой площадке, и внизу видна Анастасиевская. Вот она как раз. По пути с горы Симашко на Два Брата есть такой мемориал, который поставлен в честь лейтенанта Кошкина Алексея, который здесь вот написано в табличке. 30 октября 1942 года, поднимая своих бойцов в атаку, погиб, подорвавший себя и фашистов гранатой. Посмертный герой СССР. Смотрите, здесь вот такие предметы откопаны. Ну а ранее таблички памятные, вечная память и слава воинам, отдавшим свою жизнь, защищая Родину, и защитникам Кавказа. 83-й год. Современные поколения продолжают помнить своих героев. Это очень важно. Нужно воспитывать у молодого поколения патриотизм, потому что именно действительно благодаря им мы сегодня живем. За все то время, что мы идем, очень сильно меняются пейзажи. То это леса, то это что-то типа полей с высокой травой, то это подъемы, то это спуски. Просто очень различные пейзажи. Вот, например, такого пейзажа еще не было. Смотрите, какая сушь стоит просто вообще. Они как будто все высохли, эти деревья. Вот. Мне кажется, даже похоже чем-то на болото. Только сухо. Вот. Вот мы идем, и вот сегодня, да, и очень много зарослей и ежевики. Только ягод почему-то я не вижу. Но она очень сильно цепляется за одежду, за руки, вот просто за все открытые места. Ну, переход между Симашко и двумя братьями такой, как бы, не особо безопасный. Бывали и обрывы. Ну да, держались как бы за ветки, спускались, поднимались. Как же в походах без приключений? Потеряли тропу. Идем вот по таким зарослям. В итоге вышли вот к такой речке. В общем, мы нашли нашу наконец-то поляну, и теперь разжигаем костер. Надо камни все делать, я вас прекрасно видела. А вдруг я буду ставить?
Быстрее, стрелка! Леша, давай сейчас тарелку на плов. Тарелка подъедет сейчас. Ой, какая, какой пловик вообще, зачет. А что вы сидите, Богдан? Что ты сидишь? Быстрее! Бегом за тарелкой, не знаю, сейчас узнаешь. Бегом есть. Семена, сеять. Семена, росток, росток, цветы, подожди, рассада. Подожди. Рассада. Посадила, выросла. Подсолнух. Подсолнух. Нет, семечка. Выросла семечка. Семечка. Масло. Масло растительное. А, два слова. Да, они два слова загадали. Подсолнечное масло растительное. Да, да. Почти. Подсолнечные семечки. Да. Офигеть! Что это такое? Ты помогай! Еще оно сделано! Кискана! Таблетка. Это наш Кремлин. Лариса, Лариса, Ина. Ой, Саша. Росток, росток. Кто-то растет. Что-то маленькое выросло. Морковочка. Дынька. Блин, их даже арбузик. Было слышно. Нет, бахча. Совсем маленький. Багородь растет. А этот цветок, растет, да? А, это овощ, овощ какой-то. Еда. Еда? Овощ. Тут, овощ. Тут овощ. Помидор. Помидор. Это еда?